24 команды и только один кубок администрации города Тамбова. В спортивном зале ТГТУ стартовал чемпионат по мини-футболу. Помимо сборных команд области, в турнире приняли участие и столичные гости. Рассказывает Александр Селезнев. На 4 дня спортзал ТГТУ превратился в футбольную арену. Лучшие игроки области по мини-футболу сошлись на площадке в непростом поединке. В каждой группе по 6 команд. Сегодня игра идет на очки, терять которые никому не выгодно. Взять реванш уже не получится. Игры идут с набором очков, и по их результату лучшие две команды с каждой подгруппы выходят и потом в стыковых играх встречаются между собой уже на вылет. Турнир за кубок администрации Тамбова проводится уже в 12-й раз, и каждый год в нем участвуют столичные гости. Москвичам еще ни разу не удавалось одержать верх в этих соревнованиях. Сейчас, говорит директор футбольного клуба столицы Александр Лунин, его подопечные в хорошей форме и готовы в очередной раз бросить вызов своим соперникам. Мы здесь сколько не приезжаем, очень тяжело нам приходится всегда. Один раз только в финал вышли, но мы все равно будем бороться за первое место при любых обстоятельствах. Первый круг турнира уже прошел. Практически в каждом матче интрига сохранялась до самого конца игры. Боль от ударов по ногам то и дело сменялась радостью от забитых голов. Команды бились до последней минуты. И этот турнир дает тот дополнительный импульс для развития футбола в нашем городе в дальнейшем. Потому что турнир традиционно мы проводим в начале года. Вот, это начало нового года, начало футбольного года. В субботу пройдут полуфиналы турнира, а главный матч за кубок администрации города Тамбова состоится в воскресенье. Александр Селезнев, Владимир Подячий, Вести Тамбов.